Ну а вот в Китае пара выжила в автомобиле, на который обрушился цементовоз. Произошло все на перекрестке. Иномарка выехала как раз в тот момент, когда по дороге на большой скорости двигался грузовик. Водитель цементовоза пытался избежать столкновения, делал, что мог, но все-таки не справился с управлением. В результате огромный кузов упал прямо на легковушку и буквально смял ее. При этом придавил двух пассажиров, но, к счастью, повторюсь, все спасены. Это действительно какое-то чудо.